каково быть истинной леди? Если дома ты в юбке мужик, надо в срок оплатить сметы тем, кто чинно газон подстриг, убрал в ванной с пола газеты, без труда починив змеевик. В гараже взбунтовалась машина, из рук валится все кругом, вырос уровень адреналина, ведь не в радость ходить пешком. Приглашу-ка мастера джина и опять мучусь с ветерком. Не работает пароварка, закипаю в срочном порядке. Провести у плиты день жалко. Знаю, как устранить неполадки. Делегирую дело кухарке и из кухни бегу без оглядки. Возникает в хозяйстве проблема, будет муж недоволен и зол, что к нему обратилась в то время, когда в самом разгаре футбол. На повестке весь вечер тема, кто забьет решающий гол. Как же быть настоящей леди, чтобы муж пред тобой снимал шляпу? Обращаются к маме дети, не желая тревожить папу. Воспитание сильно в дуэте. Жаль, сама и мужик, и баба.